Один из претендентов в кандидаты на пост президента Казахстана в своем заявлении в ЦИК указал, что является гражданином другой страны. Уалихан Кайсаров допустил ряд ошибок в собственной биографии, заполненной на госязыке. В МВД уже направлен запрос для проверки данных претендента. Об этом сегодня в ходе еженедельного брифинга сообщила член Центра избиркома Лезат Сулеймен. Нам приходится перепроверять данные, написанные самими кандидатами. К примеру, выдвинувший свою кандидатуру претендент Уалихан Кайсаров в своем заявлении о намерении баллотироваться написал, что он является гражданином другой страны. Отправлен запрос в МВД по этому вопросу. И, конечно, Центр избирком по закону о выборах не может не реагировать на такое заявление и может, конечно, не допустить до лингвистической комиссии. Отмечу, что со 2 по 9 марта в Центр избирком поступило 14 заявлений о выдвижении. Из них 13 самовыдвиженцы, один от Коммунистической народной партии Казахстана. Напомню, 4 выдвиженцам отказано в регистрации. 2 из них нет положенных 40 лет, остальные не владеют свободно госязыком. А между тем, единственная женщина Лимана Кайшиева соответствует всем требованиям. ЦИК постановила выдать ей листы для сбора подписей в поддержку ее кандидатуры.